загрузились, напросились, поедем поснимать. Ну, благодаря адресной доставке мы просто делаем адресную доставку не штабам, а из рук в руки. Ага. То есть, ну, я приехал на позицию, обращение бойцы сказали, что нам не хватает этого. Ты рассказывал, что разбили какие-то позиции, соответственно, ребята остались. Да, без вот. Всего. С позиции сбили пару вертолетов, а в отметку Хохлы накрыли позиции. И у них сгорело все. И плюс 4 человека 200. Капец. Просто засыпало. И вот опять, благодаря людям хорошим, фонду МИД, мы это все собрали, опять это все везем. Еще плюс эта машина им же останется. Круто. Потому что у них вообще ничего нет. Полетело. Как вообще с инцидентами, с прилетами? Да разное было. Сергей рассказывал просто, что был какой-то мощный прилет, и двухсотые были ребята. В этот самый. В пуля падает, вот. Работают грады, танки, артиллерия, разная. Вот. Ну, это самое главное, в эти моменты спрятаться, вот, и бдить. Вот. Это самое главное. Бойцов много потеряли за это время? Слава Богу, вот мы никого не... О, это круто. Тут-тут-фу. Да-да-да. Да, а так... Бывает. Рядом тут люди. Это бывает. Когда все кончится, есть молимся, какое-то... чтобы скорее закончилось. Вот. Ну, я думал, что скоро закончится все. Вот детвора собирает. Вот честно. Вот они. Тамбов. Да, из Тамбова, да. И там ящики с Тамбова, все идет. Ну, ладно. Школы, так, садики. Его освещают. Кто движется? Техника или люди? Сколько? Три человека по блин ножам передвинулись.